Как завязать галстук узлом Сент-Эндрю? Начните завязывать Сент-Эндрю, расположив галстук на шее. Для этого узла лицевая сторона должна быть повернута к вам. Подровняйте по длине так, чтобы широкий конец был ниже, чем узкий. Перекрестите узкий конец над широким, затем широкий перенесите над узким. Теперь проведите широкий конец позади узкого и, не натягивая, проведите широкий конец через шею вверху. Снова проведите широкий конец позади узкого и перекрестите узел спереди. Затем проведите широкий конец через шею снизу вверх. Затем проведите его через образовавшуюся спереди петлю. Затяните узел, аккуратно потянув за широкий конец, придерживая узел, пока вам не будет нравиться, как он выглядит. Подтяните узел, взявшись за узкий конец одной рукой и подтянув узел другой. Галстук должен находиться между средней и верхней гранью вашего ремня. Если галстук короткий, опустите широкий конец ниже. Если длинный, подтяните широкий конец выше. Стильно!